На любимом месте отдыха рязанцев – Ореховом озере – постоянные посетители – рыбаки и утки. Несмотря на то, что лето идет уже 2 недели, пляжный сезон так и не открыли. Причина – холодная погода. Потепление ждут и в детском эколого-биологическом центре. Если год назад здесь собирали урожай клубники, то сейчас все ягоды на грядках зеленые. Если бы холода не было, вот сейчас такой клубники было бы значительно больше. Хотя она у нас сохранилась в городе на 2-3-4 градуса теплее, и урожайность могла быть более высокой. Не только клубника, запаздывает малина и другие фрукты. Редкие красные ягоды обрывают приходящие в летний лагерь школьники. А инструктор по работе в саду Олег Садовников рассказывает, такие холода выдерживают только деревья и кустарники, которые предназначены для нашей полосы. Например, некоторые яблони в этом году дадут неплохой урожай. Однако в скором времени вернется летняя погода. Рязанские синоптики заверяют, тепло будет уже с начала следующей недели. 17 июня ночью 5-10 градусов, днем 22-27. Новая неделя начнется с жаркой погоды. Все так же в области повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается. А температура воздуха составит ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 24-29 градусов. Единственное, в чем у рязанских синоптиков уверенности нет, что тепло вернется надолго. Дина Ислиева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».